Bugün Nasaf Neftçi uçraşıvıdan sonra mehmanlar ustozu Vitali Grigoriyeviç matbuot anjumanında iştirak etmekçiler. Сперва об игре. Ну, по игре начали как-то чуть сумбурно. Вот, с этим моментом удаления, конечно, оно повлияло, безусловно. Потому что с Насафом и в равных составах тяжело играть. А плюс раннее удаление, по-моему, на 11-й минуте, на 10-й там. Оно, конечно, тоже внесло свои коррективы. Поэтому ребята молодцы, ребята старались, играли. Отдали все силы, но сегодня по игре победил Насаф, поэтому я их поздравляю с этим. Саваллаху самархаман. Приятный. Григорьевич, сегодня Нищенцвей играл Невчин, но это не чувствовалось на матче. Ну, я не знаю, я еще раз повторю, что спасибо ребятам, что они отдавали сегодня все силы, поэтому, наверное, не чувствовалось. Вот. Еще раз повторю, что в равных составах тяжело играть, а здесь при удалении, конечно, в атаке нам не хватило одного футболиста, чтобы и комбинировать, и были связки, то есть один нападающий тяжело против четырех защитников сегодня. Он то, что мог, он делал, даже моменты создавал Хусейн Мирчаев, поэтому если был второй нападающий, я думаю, чуть полегче было. Можно ли это замене пораньше провести, которого... Мы посмотрели. Да, мы посмотрели, где у нас второй тайм проседает, где Насаф начал вначале иметь преимущество. Вы, если помните, 6 минут прошло, и явно стала середина проседать, поэтому мы выпустили тройку свежих футболистов, которые нивелировали это преимущество Насафа, можно так сказать, да, и добавили немножко в игре. Вот, и по игре комбинировали неплохо, там полумоменты, полуподходы были, поэтому они вышли и усилили игру. Хороший игрок, почему все время запасы держит? Почему все время? Нет, если вы... до сборной у него была температура, приехал со сборной, у него там было повреждение. То есть надо знать внутри состояние футболистов, чтобы... спрашивать такие вопросы. У него вот сейчас вышел, усилил игру. То есть есть тренировочный процесс, да, есть какие-то там повреждения, которые, образно говоря, мешают на 100% играть. Поэтому в этом причина. Мы заметили, что на второй тайм Нефти выглядит совсем другое. В сравнении с первым лучше уже. Но перерывы как вы настроили? На такие игры, когда команды практически друг друга знают, находятся вверху, то есть настраивать особо не надо. Ребята сами настраиваются, сами понимают важность этих игр. Поэтому здесь наоборот надо чуть-чуть успокоить, чтобы лишние эмоции, как мы получили, образно говоря, карточку, да, на ровном месте, на 10-й минуте, чтобы они не превалировали над разумом. Поэтому эмоции здесь надо убирать и больше играть головой, и чтобы таких моментов не допускать. И не оставлять команду, образно говоря, в меньшинстве. Спасибо. Спасибо. Да. Здравствуйте.